Соревнования по легкой атлетике имени заслуженного тренера России Валентина Кузнецова, который на протяжении многих лет здесь, в Щелкове, воспитывал сильных духом и телом, проводятся уже в 20-й раз. Именно столько лет назад не стало Валентина Петровича. Традиционно на турнир приглашаются те, кто близко знал тренера Кузнецова. На этот раз присутствует его дочь, она сама учитель физкультуры. Результаты были через каждые 5 лет. Мастера спорта выпускались. В основном работал с девочками. Мальчишки были, но ему более, его так и здесь и звали, женским тренером. Вот. И девчонки очень многие, получив образование физкультурное, остались работать и тренером. Это вот Светлана Геннадьевна Жиздрикова, которая до сих пор работает. Многие у нас учителя остались работать в школе, в общеобразовательных. Начинался турнир с чисто районного, география его неуклонно расширяется. На состязание в этом году приехало более 250 юных легкоатлетов от 13 до 20 лет из 15 городов Московской области. Соревнуются в беге на 50 метров для ребят поменьше, в беге с барьерами на 400 и 800 метров, в прыжках в высоту. Очень много спортсменов приезжает, именитых мастеров спорта, КМС, первые разряды и те, которые только начинают. Это первый сезон, первые соревнования в сезоне, поэтому для кого-то они будут очень значимые. Но мы ждем очень хороших результатов. И вот первые старты. У кого-то настроение радостное. Удалось пробежать так, что показан результат, который планировался. То, что начато, хочется довести до конца хотя бы до результата мастера спорта, а там как пойдет. Но бывают и разочарования. Чуть-чуть не так пошло, и вот неудача. На глазах почти что слезы. Нога немножко дернулась. Нога дернулась, и фальстарт. Спорт есть спорт. Закаляется характер и в неудачах. У нашей собеседницы, в силу ее совсем еще юного возраста, ей 14, все впереди. И победа ее уже в том, что она не испугалась говорить даже в такой ситуации. И не завидует тем, у кого есть уже успехи. Добился, в состав сборной России закатился по спискам зимних. Выиграл ЦФО, призер ЦФО, финалист, попадал в финал на чемпионатах России. Пока не удалось еще там катиться в призы. Был на юношеской, попал на 4-е место, грамоту даже получил. Пока как-то так. Щелковцам традиционно на открытом районном первенстве по легкой атлетике имени заслуженного тренера России Валентина Кузнецова удается брать, что называется, с боем несколько престижных наград. И на этот раз 7 юных спортсменов из нашего района в беге на 400, на 800 метров, а также в прыжках в высоту завоевали первые места. Андрей Цеходович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».